«Синий трактор» представляет! Привет, ребята! Посмотрите, сколько интересного я сегодня принес! И все о нашем друге «Синем тракторе». Музыкальная книжка. Азбука. Можем почитать. Пазлы. Можем собрать. О, еще одна коробка. 104 маленьких пазла. Да, по-моему, это будет сложно. Но у нас есть другие пазлы. О, какие огромные! Их всего лишь 8 штук. И это не просто пазлы. Это коврик с синим трактором. Давайте соберем этот коврик и почитаем азбуку. Снимаем защитную пленку. Так, по-моему, все просто. И вытаскиваем наш коврик. О, готово. Так, с чего бы начать? Ух ты, смотрите, написано «Синий трактор». А это кто? Давайте с этого и начнем. Давайте откроем нашу музыкальную книжку-подсказку и узнаем, кто первый приехал на нашу ферму. Так, кто это? Догадались? Кто говорит гав? Правильно! Собака говорит гав-гав! Трактор привез на ферму собаку, чтобы она охраняла ее. А теперь давайте соединять наш пазл. Чьи-то серые уши торчат. Давайте посмотрим внимательно. Это не то, это не то. Это далеко не то. Но вот, по-моему, я вижу. О, правильно. Серый цвет. Соединяем. Серый к серому. И все получилось. А теперь давайте заглянем в азбуку. Она нам подскажет, кто приехал на ферму второй. Ух ты! Это же осел! Буква О! Так, поехали дальше. Я вижу большой глаз. Наверное, нужно найти второй глаз. Посмотрим внимательно. И... О! Я снова вижу. Вот он, второй глаз. Соединяем. Раз, два. Готово! Я вижу очертания знакомой кабины. О! А вот и ее вторая часть. Ставим. Раз, два, три. Готово. Так, а это что такое? По-моему, это знакомое очертание красного ковша. По-моему, я его вижу. Это его одна часть, а это его другая. Вставляем. Я был прав. А это? Вы уже догадались, кто это? Подсказка. Он начинается на букву «Б». Вот она, буква «Б». Правильно, это баран. Вот он. Ну и продолжаем. Собираем вторую часть ковша. Раз, два, три. Готово. Так, а это кто приехал на ферму? Так, ну у нас с вами есть музыкальная книжка. Давайте спросим у нее, кто же это приехал на ферму. Поищем. По-моему, я вижу ее. Вот она! Правильно! Му-му-му говорит корова. А еще она дает молоко. Поехали дальше! А у нас-то с вами осталось всего лишь два пазла. Только их нужно поменять местами. Давайте соединим их вместе. Так. И вставим в общую картинку. Итак, наш коврик почти собран. Раз, два, три. Готово! А теперь посмотрите на картинку еще раз. Там есть две птички, которых мы не назвали. Посмотрите внимательно. Так, смотрим внимательно, внимательно. Я думаю, вы уже догадались. Правильно, это петушок и гусь. Ну, конечно же, самый главный, кто приехал на ферму, это синий трактор. Давайте про него прочитаем в азбуке. Буква Т. Трактор. Трактор с раннего утра выезжает со двора. Успевает там и тут. Трактор очень любит труд. Смотрите, какой большой пазл мы с вами собрали. На нем можно сидеть, играть в игры и даже положить его на стол. Спасибо, ребята. Мне очень понравилось. Еще увидимся. Пока.